Продолжается новогодний розыгрыш от IDC. Сегодня приз 1000 рублей вручили очередным победителям. Каждый день выбирают 10 счастливчиков. В конце месяца разыграют главный приз – 100 тысяч рублей. На что потратить выигрыш, победители уже решили. На новогодние подарки близким и родным. Принять участие в викторине можно, позвонив по номеру 1415, а также на сайте 1415idc.md и в мобильном приложении «Мой IDC». К слову, через приложение играют чаще всего. На мой взгляд, самый выгодный вариант – это играть через приложение «Мой IDC», у кого нет, установите обязательно. Нажав на кнопку «Выиграть деньги», вы участвуете в игре. Стоимость игры – 7 рублей. В первую очередь вы можете выбрать бонусы, которые вы получите гарантированно, если ответите на 3 вопроса. В новогоднем розыгрыше 3 несложных вопроса. Если не успеваете ответить на все, игровое время можно докупить. 30 секунд будет стоить 2 рубля. А еще если сыграть 3 раза подряд в приложении или на сайте и на все вопросы ответить верно, бонус – подарок от спонсоров. Это новинка в этом сезоне новогоднем. Дойдя до елки подарков, вы выбираете любую новогоднюю игрушку. И вот нажав на нее, перед вами открывается окно, в котором написано, что вы выиграли. Это может быть все, что угодно. Это может быть банка черной икры, это может быть шампанское, это может быть вино, это могут быть сертификаты на посещение тренажерного зала, скидки в наших самых крупных магазинах. Пока больше всего победителей из Тирасполя и Рыбницы, следом идут бендеры. Многие села тоже в игре. Новогодний марафон продлится до 27 декабря включительно. А 28 декабря пройдет розыгрыш главного приза – 100 тысяч рублей.